Актер Алексей Артамонов обнаружен мертвым в своей квартире в Москве. По данным журналистов, поисками артиста занялся его крестник, актер Николай Сирин. По его словам, Артамонов несколько дней не выходил на связь. Последний раз они виделись 10 апреля. С тех пор актер перестал отвечать на звонки. Правоохранители прибыли в дом на проспекте Вернадского, где проживал Артамонов. После вскрытия двери полицейские обнаружили труп актера. Он умер, сидя в кресле. По предварительным данным, у Артамонова случился сердечный приступ. Версия об убийстве опровергается. Вероятнее всего, тело пролежало в квартире несколько дней, так как уже были видны следы разложения. Труп был доставлен в судебный морг для установления причин смерти. Алексей Алексеевич скончался на 63-м году жизни. Напомним, что Алексей Артамонов родился 29 марта 1959 года в Москве. Окончил школу-студию МХАТ. Актер стал известным благодаря ролям в сериалах «Глухарь», «Час Волкова», «Тест на беременность», «Группа счастья». Играл в Центральном академическом театре Советской армии. На его счету участие более чем в 30 проектах. Приносим соболезнования родным и близким.